Сейчас по водам Оки ходит только одно судно под названием «Перекат». Его начали вооружать раньше всех. Такой непривычный для слуха термин означает покраску, завод двигателей, погрузку на борт запасных деталей и тому подобное. Сейчас «Перекат» выполняет дежурные функции. Это флагман Рязанского РГСа. Мы его отозвали первого. Он вооружался и выполняет рейдовые работы. Переводит суда, подвозит топливо, там откачивает баржи какие. Но все делают на рейде. Также и смотрит за всеми судами. Проходит, чтобы не накренились. После зимы некоторые могут дать течь. Он откачивает, смотрит и расстанавливает по своим местам. Пока «Перекат» вышел на воду, на берегу кипит работа. Ремонтируют рифлер, красят и осматривают суда. Есть здесь и те, которые почти отремонтированы, но на воду спустить их будет непросто. Так корабль «Путейский 28» вытащили на берег для ремонта. Вот только половодья так и не было. Мы его отремонтировали, покрасили, заменили валы, винты новые поставили. Но воды сейчас нету, И мы будем думать, как его спускать на реку. У нас и краны есть, и все есть. Вот сейчас, чтобы он ничего не сломал, мы будем потихонечку спускать его на воду. На 5 таких же путейских судах уже запускают двигатели. Всего кораблей такого типа 6. Каждый будет курсировать по своему участку в Елатьме, на Монашке, в Срезневе, Терехово, Кузьминске и Белоомуте. Сейчас экипаж подкрашивает буи в белые и красные цвета, которые будут обозначать левую и правую сторону судоходного пути. Первое путейское судно выйдет согласно графику 15 апреля. Следом по расписанию. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».